여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 예수님께서 어느 날 길을 가다 마태라는 사람을 만납니다. Однажды Иисус шёл по дороге и встретил человека по имени Матфей. 이제 마태복음 9장 9절부터 나오죠. Это начинается 9 глава Евангелия от Матфея, 9 стих. 예수님 마태라는 사람을 만났는데 마태는 세관에 앉은 걸 보고 나를 쫓으라 하셨습니다. Да, Иисус встретил человека по имени Матфей, который сидел и собирал у спора и сказал: «Следуй за мной». 예수님께서 마태의 집에 음식을 잡으실 때에 세리와 죄인들이 와서 예수와 그 제자 함께 앉았습니다. И когда Иисус возлежал в доме Матфея, многие мытари и грешники были с ним. 네, 바리새인들을 보고 제자들에게 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡으시느냐? Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» 예수님께서 뭐라고 말씀해요? 건강한 자에게는 의원이 쓸 때 없고 병든 자에게라 쓸 때 있느냐? Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во врачи, но больные». 내가 의인을 부르러 온 것이냐, 죄인을 부르러 왔다고 예수님 말씀하셨습니다. Да, Иисус сказал, что я пришел призвать не праведников, но грешников. 저들이 이제 신앙생활하면서 이제 문제가 뭐냐면은. Знаете, в чем проблема, когда мы видим духовную жизнь? 예수님은 죄인을 부르러 오셨습니다. Иисус пришел призвать грешников. 왜냐하면 예수 우리 죄를 씻어 주시러 오셨기 때문에요. Потому что Иисус пришел, чтобы очистить наши грехи. 예수 죄인을 부르러 오셨는데. Иисус пришел, чтобы призвать грешников. 우리는 그럼 죄인을 부르러 오면은 죄인이 되어야 하잖아요. Тогда мы должны стать грешниками. Потому что он пришел призвать грешников. 근데 여러분 우리는 그렇지는 않는 거예요. Но мы не такие. 예수님 앞에 죄인으로 나타나서 예수님의 죄 사함을 받고 예수님으로부터 거룩함을 깨끗함을 받고 살아야 하는데. Мы должны перед Иисусом стать грешниками и перед Иисусом, став грешниками, должны очиститься и стать праведными. 그 죄인으로 나타난 게 아니고. Но мы приходим к нему не как грешники. 우리 좀 괜찮고 깨끗한 사람으로 나타나길 원한다. Мы хотим стать перед ним как будто неплохие люди. 어떤 유명한 화가가 있었다고 합니다. Знаете, говорят, был один очень известный художник. 이 사람은 이제 어떤 사람, 어떤 거지를 참 그리길 원했어요. И он искренне хотел нарисовать одного нищего человека. 그래, 거지를 찾아서 쭉 다니다가. И он очень долго ходил, искал человека подходящего для картины. 진짜 아주 막 추하고 더럽고 막 지쳐 있고 얼굴이 막 하얗게. 정말 이제 마른 그런 거지를 하나 만났어. И наконец он встретил одного нищего человека, который был очень жалким, бедным, и видно было, что он очень много страдал, мучился и даже кожа иссохла. 내가 찾던 사람 바로 저런 사람이야. И художник подумал: вот тот человек, которого я искал. 그래, 거지에게 이야기를 했어. И он сказал этому нищему человеку: 내가 당신에게 돈을 줄 테니까 당신 우리 집에 와서 한 얼마 동안 내 당신 얼굴을 그릴 때까지 좀 있어 주겠느냐? Вы можете прийти к нам домой несколько дней побыть, пока я буду рисовать? Я вам за это дам деньги. 예, 그러지요. Он сказал: да, хорошо. 그래, 이제 이 화가 자기 집 주소를 가르쳐 주고 거지한테 약속을 했습니다. И художник написал адрес ему своего дома и дал обещание. 며칠 며칠 날 이제 이 주소로 오라고. Пожалуйста, такого-то числа приходите в этот по этому адресу. 그래서 화가는 그림을 그릴 준비를 착 해가지고 이제 거지가 오길 기다린 거예요. И теперь художник все приготовил, чтобы нарисовать произведение свое и ждал нищего. 드디어 이제 그날 그 시간이 됐는데 누가 문을 똑똑 두드렸습니다. И пришел время, обещанный день, и кто-то постучал в дверь. 근데 보니까 거지가 오고 아주 멋지게 생긴 신사가 왔어요. Но он видит, что пришел не нищий, а какой-то джентльмен, очень красивый даже. 누구십니까? 어떻게 오셨어요? Вы как пришли сюда? 저랑 약속했잖아요. 오늘 내 얼굴 그린다고요. В смысле, вы же обещали, что будете рисовать мое лицо сегодня. 보니까 너무 이제 옷을 막끔하게 입고 머리를 따듬어 온 거예요. Знаете, он причесался, красиво оделся и пришел к художнику. 당신이 누굽니까? А вы кто? 아, 얼마 전에 내가 길했던 거지인데요. 아, я тот нищий, который недавно был у дороги. 아, 그래요? 왜 이렇게... 아, 난 거지를 그리려고 했는데. 아, скажите, а что с вами случилось? Я хотел нарисовать нищего. 내가 아무리 거지지만... Но я, конечно, нищий. 내 얼굴을 그린다고 하는데... Но говорят, буду рисовать мой портрет. 더러운 모양으로 갈 수가 있겠습니까? Я разве могу в грязном виде пойти к вам? 내가 머리를 감고... Поэтому я на реке помыл волосы. 그 옷을 빨아가지고... Постирал вещи. 깨끗하게 하고... И почистил себя. 그래야 이제 제가 지금 깔끔하게 머리를 빗고 단장해서 온 겁니다. И поэтому я причесался и...
красиво, пришел к вам. 그 화가가 이야기를 했다고 합니다. Тогда художник сказал ему. 미안합니다. 나는 거지를 그리길 원했습니다. Вы извините, но я хотел нарисовать нищего. 난 당신이 이렇게 깨끗한 옷 입고 깨끗한 얼굴을 해도 이거 내가 원치 않습니다. Я не хочу, чтобы у вас была чистая одежда, чистое лицо. 여러분, 예수님께서 우리를 원하신 것은 Почему Иисус хотел нас? 우리를 죄에서 건져 주기를 원하셔요. Он хотел избавить нас от греха. 그래서 예수님 앞에 나올 때 추하고 더럽고 악한 모양 그대로 나와야 하는 거죠. Поэтому, когда мы стоим перед Иисусом, мы должны выйти со скверным видом и с злым видом. 예수님 뭘 보고 기뻐하십니까? Когда Иисус радуется? 죄에 고통하는 사람이 죄에 덮어날 때 예수님 기뻐하시고. Иисус радуется, когда освобождает человек от греха. 병에 걸리나 병에 벗어날 때 예수님 기뻐하시는 거예요. Когда человек, который мучается болезнью, освобождается от болезни, Иисус радуется этим. 그런데 참 많은 사람들은 반대로 신앙생활하고 있어요. Но почему-то многие люди ведут духовную жизнь иначе. 거지처럼 말입니다. Как этот нищий человек, о котором 예, я вам говорил. 화가가 이제 그림을 근데 거지가 필요했듯이. Когда художник рисовал, ему нужен был нищий. 예수님 이 땅에 오신 우리 더러운 죄인들을 건지기 위하여 이 땅에 오셨습니다. Также Иисус пришел на землю, чтобы спасти грешников. 그때 우리가 주님 앞에 나갈 때. И когда мы предстаем перед Господом. 내가 더러운 그 모양 그대로 나가야 하는 것입니다. С таким же грязным видом, которым у нас есть, мы должны стать перед Богом. 근데 우리는 오늘 많은 기독교인들이 그렇지 않습니다. Но на сегодняшний день многие религиозные люди не живут так. 자기가 추하고 더럽고 악하고 엄나는 그 모양 그대로 주님 나는 이런 인간입니다. Да, Господь Бог, я такой скверный, грязный, похотливый человек. 난 이렇게 술주정뱅이고요. Я такой алкоголик. 나 이렇게 방탕하고요. Я такой распутный человек. 난 도둑질하고요. Я много ворую. 난 거짓말하고요. Я лукавый человек. 난 살인하고요. Я убийца. 난 간음하고요. Я прелюбодей. 난 죄가 너무너무 많아서 내 노력으로 절대 내가 죄에서 벗어날 수가 없어. У меня так много греха, что моими стараниями я не могу попасть и очистить мои грехи. 그러니까 예수님 당신 나를 은혜를 베풀지 않으면 난 죄에서 벗어날 수 있는 길이 전혀 없습니다. Поэтому Иисус, если ты не помилуешь тогда и не очистишь меня, тогда у меня нет другого пути спасти. 예수님은 그런 사람을 요구하고 원하고 계신다. Иисус именно такого человека ждал и искал. 근데 오늘날 우리가 이 교회에 나갈 사람들이 예배 드릴 때 자기 마음을 다듬고 깨끗하게 하려고 애쓰 Но люди, когда идут в церковь, они хотят очистить свою душу, набрать того, что они хорошо сделали, и стать перед Богом. 여러분, 이런 이야기 가장 정확하게 표현한 이야기가 하나 있는데 구약 창세기 40장에 나오는 이야기입니다. Знаете, есть бытие 40 главе, которое именно это очень ясно показывает. 여러분, 창세기 40장에 요셉이 애굽에서 감옥에 있을 때 했는데. Знаете, когда Иосиф был в тюрьме. 그때 애굽 왕이 술 맡은 자와 떡 굽는 자 두 사람이 죄를 지어 다치 요셉 있는 감옥에 들어왔어. 그때 хлебодар и виночерпие фараона они согрешили попали в тюрьму. 어느 아침에 보니까 그 두 사람 막 근심빛이 있었어요. 야, однажды проснулись, Иосиф увидел, что у них на лицах есть какое-то сомнение. 요셉이 그 두 사람께 물었습니다. И тогда он спросил у них. 당신들이 오늘 어떻게 얼굴에 근심이 가득하네요. Почему ваше лицо в каком смятении? 아, 우리가 꿈을 꾸었는데. 꿈이 너무 그 해석할 사람이 없다고. Знаете, нам приснился сон, но нет человека, который бы объяснил бы нам. 요셉이 이야기했어. 아, 꿈은 하나님께 있지 않으면 내가 나에게 얘기해 주세요. Тогда Бог сказал, он говорит, сон дает Бог, поэтому скажите мне. 술 맡은 간음장이 이야기했습니다. Да, виночерпий говорит. 나는 꿈에 보니까 아무것도 없고 내 앞에 포도나무만 있었습니다. Я увидел, что перед собой ничего не было, только виноградная лоза. 가지 셋이 있는데. 예, были три виноградные лозы. 그 포도나무에서 싹이 나고 잎이 나고 꽃이 피고 열매가 익었습니다. Появились ростки, листья, цветок и потом плоды появились. 그 내 손에 바로의 잔이 있는데. 예, 나 моей руке был была чаша фараонова. 나 바로 앞에 잔을 들고 나갔는데. Я всегда, когда стоял перед фараоном, я нес чашу. 내 잔에 아무 내 손에 손에 잔에 아무것도 없었습니다. Но в этом чаше ничего не было у меня. 그래서 내가 그 포도를 따서 짜서 접을 가지고 바로 갖다 드렸어요. И поэтому я выжал сок из того винограда, который был передо мной, я принес фараону. 요셉이 해석을 했습니다. Тогда Иосиф истолковал. 세 가지는 사흘입니다. Да, три ветви символизируют три дня. 사흘 후에 당신은 구원을 받습니다. Через три дня вы спасетесь. 제가 이제 그 해석을 읽었습니다. Знаете, я посмотрел вот это истолкование. 야, 요셉은 이 포도나무 가지 셋 있는 거 보고 그 접자가 드는 거 보고 이걸 보고
어떻게 3일은 구원받는다고 이야기를 하지? 나 интересно, почему Иосиф говорит, смотря на три ветви и на чашу, что он спасется через три дня? 여러분, 요셉은 지혜가 있지만 난 요셉의 지혜가 없어 그렇지 이해가 안 갔습니다. Да, может, у Иосифа есть мудрость, но у меня не было, поэтому я не понимал его. 그래서 제가 그 글을 읽고 봤습니다. И потом я еще раз читал, перечитывал, еще раз перечитывал. 너는 하나님에게 그 꿈의 해석을 요셉 보여준 거 나에게 보여줬어. Но однажды Господь Бог показал то, что показал Иосифу и мне. 이 술 맡은 관역 죄를 지었습니다. Смотрите, виночерпие, он согрешил. 죄를 지었는데 이제 왕 앞에 하나님 앞에 나아가는 거죠. И теперь перед царем, перед Богом он встает. 근데 술 마던 관장이 뭘 가져왔냐면 포도주를 가지고 나온 겁니다. Но что он взял с собой? Он взял виноградный сок. 우리가 이 포도주는 뭘 가르켜 말하냐면은 что символизирует виноградный сок? 우리 성찬식을 할 때 포도주 예수의 피를 의미하고 떡은 예수님의 살을 의미하는 거예요. Когда мы производим хлебопреломление, вино символизирует кровь Иисуса Христа, а хлеб символизирует тело Иисуса Христа. 술 마던 장은 자기 분명히 죄를 지었는데. Виночерпий он точно согрешил. 포도주를 접에 짜서 가져갔습니다. Но он набрал чашу виноградный сок и отнес царю. 왜 술 마던 포도주를 가져갔습니까? Почему он понес виноградный сок? 포도주 우리 죄를 위해 준 예수님의 피를 가리키지 않습니까? Потому что вино символизирует кровь Иисуса Христа, которая была пролита за нас. 하나님 죄를 많이 지었습니다. 아, Господь Бог, я много согрешил. 난 악을 행했습니다. Я совершил зло. 난 추합니다. Я скверный человек. 근데 하나님 포도주를 보시오. Но Господь, смотри на это вино. 이 예수님의 피를 보시오. Смотри на кровь Иисуса Христа. 예수님의 피는 뭘 말하는 겁니까? Что символизирует кровь Иисуса Христа? 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다는 이야기죠. Говорится о том, что Иисус Христос умер за мои грехи на кресте. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 때 흘린 그 피가 내 죄를 사한 증거가 됩니다. И эта кровь, которая была пролита Иисусом Христом на кресте, доказательство тому, что мои грехи прощены. 술 마던 관장의 간증은 그런 겁니다. Именно в чем, вот в чем заключается свидетельство виночерпия. 하나님 이러이러한 많은 죄를 지었습니다. Да, Господь Бог, я столько-то согрешил. 내가 그 죄로 저주받고 멸망을 받아야 합니다. Из этого греха я должен быть проклят, я должен погибнуть. 근데 하나님 우리 죄를 예수님께로 담당시켰습니다. Но Господь возложил наши грехи на Иисуса. 그 예수님 십자가에 못 박혀 피를 흘리고 죽으시면서. И когда Иисус умер на кресте и проливал кровь, 내 모든 죄를 다 사하셨습니다. То он очистил все мои грехи. 자, 이 피를 보십시오. Смотри на эту кровь. 이 피는 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으실 때 흘린 피입니다. Это кровь, которую пролил Иисус Христос, умирая на кресте за меня. 예수 하나님 이 피를 보십시오. Бог, смотри, пожалуйста, на эту кровь. 이 피가 내 모든 죄를 사했다는 증거가 있지 않습니까? Вот эта кровь есть доказательство о том, что мои грехи прощены, Господи. 그래, 하나님 나는 죄를 지은 걸 인정합니다. Да, Господь Бог, я признаю, что я много согрешил. 죄가 없을 확 확실하게 받았습니다. Но за грехи были уже оплачены. 자, 여기 있는 이 포도주를 보시죠. Вот посмотри, пожалуйста, на вино, которое 자, здесь 여기 있는 이 피가 именно... 이 포도주가 이 피가 내 죄를 사한 증거가 됩니다. Это вино, это кровь есть доказательство того, что мои грехи прощены уже. 여러분, 우리가 하나님 앞에 나갈 때, когда мы предстаем перед Богом, 참 어리석은 사람들은, знаете, очень странные люди. 내가 무슨 선을 행했습니다. Они говорят, я сделал такое-то добро. 내가 무슨 의를 행했습니다. Я сделал какую-то праведность. 내가 뭘 잘했습니다. Я что-то сделал хорошо. 더러운 인간 자남을 얼마나 잘하며 Но, 악한 인간이 깨끗함을 얼마나 깨끗하겠어요? Если грязный человек, если будет что-то делать хорошо, разве у него получится? Если он будет злой человек, будет делать что-то получится? 많은 사람들은 자기의 선, 자기의 의를 가지고 하나님 앞에 나가려고. Но многие люди со своим добром, своими хорошими делами хотят стать перед Богом. 그러면 그런 사람들 하나님 음성을 못 들었습니다. Но такие люди не услышат голоса Господа Бога. 하나님 음성이 뭔지 아십니까? Что, знаете, что говорит Бог? 하나님 우리에게 뭐라고 말씀하신지 아십니까? Вы знаете, что Бог нам говорит? 하나님 말씀하시기를. Бог говорит в слове. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 사람의 마음이라 그랬어요. Что лукаво сердце человеческое крайне сего и более сего испорчено. 하나님 이 세상에 사람 마음보다 더 더럽고 더 부패하고 더 악한 건 없다고 말했어. Бог говорит, что того, что хуже, чем душа человека, то, что сквернее и лукавее, ничего нет в этом мире. 여러분, 그 더럽고 악한 그 마음을 들고 나가서. С этой грязной и злой душой, когда мы идем перед Богом. 하나님, 내가 십일조는 했습니다. Ой, Господь Бог, я же дал десятину. 내가 선을 했습니다. Я сделал доброе. 아, 하나님이 정말 싫어하시는 거예요. Бог это очень не любит. 그래서 이제 술 마던 관장 그걸 인정했습니다. И поэтому виночерпий это признал. 하나 죄 지었습니다. Да, я согрешил. 악을 행했습니다. Я совершил зло. 거짓말 수없이 했고요. Я многократно обманывал. 아마 악한 마음 많았습니다. Наверное, у меня очень много злой души было. 뭐 도둑질 헤아릴 수가 없습니다. Да, сколько раз своровал, даже посчитать невозможно. 이 피를 보십시오. Да, посмотри на эту кровь. 이 피가
십자가에 흘린 예수님의 피입니다. Это кровь, которую пролил Иисус Христос на кресте. Если считай, вот пока чувствовал ты. Когда Иисус умирал на кресте. Вы чувствовал ты? Почему он умер? Не, чей чувствовал ты? Он за мои грехи умер. Кмарен чей чувствовал сан чунгага и пимида. И доказательство тому, что мои грехи совершенно образом омыты, это кровь. И пирал босиго. 할 나를 받으십시오. Господь, смотри на кровь, пожалуйста, прими меня. 술 마던 관장은 살았습니다. И таким образом виночерпий остался живым. 떡 구는 관장은 그 해서 뭐 자기도 막 신이 났습니다. Хлебодар, когда это услышал, ему тоже появилась радость. 아, 사흘 후에 당신 나간다. 나도 비슷한 꿈을 꿨는데. 오, если ты через 3 дня освободишься, у меня тоже был схожий сон. 어떤 꿈이냐고? 아, что это за сон был? 당신은 술 마던 관장이니까 포도주를 잔을 들고 왔지만. Ты виночерпий, поэтому у тебя была чаша. 난 떡 구는 관장의 떡을 흰떡 세 강주를 입고 왔어. 이 아, я хлебодар, поэтому я на голове нёс три корзины с хлебом. 근데 여러분 이 떡 굽는 관자는 흰떡 세 강주를 입고 간게 아니고. Но этот хлебодар взял не только три корзины с хлебом. 제일 꼭대기 윗 강주리에다가. В самой верхней корзине. 각종 구운 식물을 얹어 가져왔어. Он понёс разные приятные пищу. 공주의 새들이 그걸 쪼아 먹더라. 이따다 птицы небесные пришли и клевали это. 요셉이 해석을 했습니다. 이따 요셉 истолковал ему. 흰떡 세 강주리는 사흘을 가리킨다. Три корзины с хлебом символизируют три дня. 자, 예수 십자가에 못 박혀 죽으실 때 그 포도주와 떡은 예수 우리 죄를 위해 준 피와 살을 의미하죠. Когда Иисус умер на кресте, кровь символизирует вино, а тело символизирует хлеб. 근데 이 떡 구는 관장은 흰 떡 세 광주를 입고 왔습니다. И этот хлебодар нёс три хлеба на голове. 근데 흰 떡 세 광주를 입고 하면서 и неся три корзины с хлебом. 흰 떡 세 광주는 뭐 좀 부족할 것 같아. Ему кажется, что не хватает трёх корзин с хлебом. 내가 좀 뭐 좀 뭘 좀 더 해야지. Поэтому надо что-то добавить мне. 흰떡 세 광주리 위에다가 제일 윗 광주리에다가 각종 구운 좋은 걸 다 얹어가졌어. Понимаете, на неся три корзины с хлебом сверху положил еще разные всякие блюда. 공주의 새가 그걸 뜯어먹었어. Тогда птицы небесные прилетели, клевали это. 요셉이 그 이야기 얼굴빛이 변하는 거야. И когда Иосиф это услышал, его лицо изменилось. 왜요? Почему? 이 떡 굽는 간에 흰떡 세 광주를 입고 하면 되는데. Да, этому хлебодару надо было нести просто три корзины с хлебом. 술 마던 간에 내 죄 십자가에 못 박혀 죽은 피를 보고 나의 죄를 용서해 주시. 내 죄 사한 걸 믿어 주시. 아, виночерпий идёт с кровью и говорит: "Вот, пожалуйста, поверь, что мои грехи уже омыты." 떡 굽는 간장은 마찬가지예요. То же самое и хлебодар. 어떻게? Как? 이 떡 굽는 간장은 흰떡 세 광주를 입고 합니다. Да, у него есть три корзины с хлебом. 자, 이 흰떡 세 광주리는 три корзины с хлебом 내 죄를 위하여 십자가에 못 박히고 찢겨주신 예수님의 살을 의미합니다. Символизирует тело Иисуса Христа, которое за мои грехи было изранено и испорчено. 그리고 이 세 광주리 입고 하다가 생각을 한 거예요. И он несет три корзины с хлебом и думает. 예수님 나를 위해 십자가에 못 박히고 죽으셨지만 Иисус умер на кресте за мои грехи. 내가 아무것도 안 하면 예수님 죽은 그것만 가지고 될까? Но если я ничего не буду делать, я возьму только это то, что сделал Иисус, разве не хватит? 내가 좀 더 해야지. Мне надо что-то добавить. 그러니까 이제 이 떡 굽는 간장은 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽은 예수님의 그 죽음만으로는 뭔가 부족하다는 거예요. Другими словами, этому хлебодару не хватало только того, что сделал Иисус Христос на кресте. 여러분, 예수님의 죽음만으로 뭐가 부족하다는 말은 무슨 말입니까? А что значит, что того, что сделал Иисус на кресте, не хватает для меня? 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽은 그게 좀 부족하다. Это значит, то, что Иисус умер на кресте, это недостаточно. 예수님 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽은 사실이지만 то, что Иисус умер на кресте за меня, это правда. 그렇다고 다 되는 건 아니야. Но это не значит, что этого достаточно. 뭘 좀 더 해야 돼. Надо что-то еще добавить. 뭘 좀 보태야 Надо что-то прибавить к этому. 더 하지 않으면 내가 안 돼. Если я не прибавлю, тогда у меня не получится. 예, 결론적으로 자기 볼 때 막 더 선한 거, 더 좋은 거, 더 아름다운 거, 더 귀한 걸 흰떡 위에 예수 죽으심 그 위에다 올려놨어. И поэтому то, что ему казалось лучше, драгоценнее, он положил над этими тремя корзинами хлебом. 그러니까 이제 그런 우리의 선한 행위, 우리의 잘한 것, 우리의 거룩한 걸 올려놓으니까. И поэтому мы полагаем наши добрые дела, наши хорошие дела, наши какие-то чистые сердца. 예수님의 십자가에 못 박혀 죽었어. 찢어진 그 살을 다 덮어버렸어. И эти вещи полностью покрыли то, что Иисус Христос сделал на кресте за нас. 참 많은 사람들의 마음 안에 в сердцах очень многих людей 우리 위해 십자가에 못 박혀 죽은 예수 그리스도에 대한
по отношению того, что Иисус Христос умер на кресте за нас. 능력을 뭘로 가리냐 하면, чем они закрывают эту силу Иисуса Христа? 내가 선한이란 거, тем, что я сделал добрые дела. 내가 남을 위해 희생한 거, то, что я жертвовал собой ради других. 친구와 병원에 입원할 때 내 입원비 대준 거, когда друг лежал в больнице, то, когда я заплатил за его лечение. 내가 먹을 걸 안 먹고 그 친구에게 준 것, или когда я не ел и давал своему другу. 내가 좋은 옷 입는 안 입고 더 친구에게 준 것, или когда я не носил хорошие вещи, а дарил другим хорошие вещи. 그런 선한 것을 내 마음에 가득 제일 높은 데 올려놓고 그 밑에다 예수님이 우리 죄를 죽었으니 그건 수제바가 높고 덮어버려. И такие хорошие вещи мы ставим самым вверху, а то, что Иисус умер на кресте за нас, мы ставим в конце и покрываем нашими хорошими делами. 여러분 참 여러분 기억해야 할 사실은 한 가지는. Но знаете, одно из фактов, которые вы должны помнить. 옛날에 제가 그랬습니다. Знаете, раньше я был таким. 예수님 내 죄를 죽으신 그 귀한 일들은 대수로 짧게 여기고. Да то, что делал Иисус Христос для нас, мы не ценим. 제가 어느 날 주일학교 다녔었는데, однажды я ходил в воскресную школу. 우리 선생님이 그런 이야기를 했어요. И наш учитель однажды сказал так. 선생님은 새 오바를 입고 왔대요. Однажды он купил новое пальто. 길을 걸어가는데. И шел по дороге. 아주 추운 겨울이었는데. Это было очень холодной зимой. 거지가 헐벗은 옷을 입고 깡통을 놓고 구걸하고 있어. И увидел, что нищий разорванных одеждах сидит и просит милостыню. 선생님이 그 자기 새 오바를 벗어가지고. Тогда учитель снял новое пальто, которое у него было. 거지에 딱 뒤집어 씌워줘. И укрыл этого нищего человека. 그럼 막 도망쳐왔대. И он убежал оттуда. 제가 그 이야기를 들으니까 너무너무 그 이야기가 좋은 거예요. И знаете, когда я это услышал, это так мне казалось хорошо. 그 나는 새 오바가 없었어요. Но у меня не было нового пальто. 새 오바가 정말 없었어요. У меня правда не было нового пальто. 내 옷도 많이 낡았으니까. Потому что даже у меня были изношенные вещи. 근데 그 선생님 이야기가 너무너무 좋고 아름다워였어. Но то, что сказал учитель, это так казалось красивым. 내가 어느 날 내 주머니에 아주 비상금이라서 빳빳한 새 돈이 И у меня был деньги на черный день, такая ровная купюра денег. 그래 그걸 가지고 주머니 넣어 가지고 그 거지를 찾아갔어요. И с этими деньгами я пришел к этому нищему человеку. 그 거지가 있는데 그 거지 그 깡통에다 거지 아주 빳빳한 새도 딱 넣었어. Это были очень прямые новые деньги. Я положил ему в коробочку. 그 뒤도 안 보고 도망쳐 왔어요. И не оглядываясь убежал оттуда. 그걸 와도 되는데. Можно было просто пешком пройти. 선생님은 그게 너무 아름다워 보였어. Но мне казалось, как учитель поступил, так красиво было. 여러분 이야기 들으실랍니까? 아, вы хотите слушать? 몇 년 동안? 이제 несколько дней. 빳빳한 돈이. 아, такие ровные деньги. 내 마음 제일 높은 데 떠 있었습니다. Они были на самом верху моей души. 나는 거지에게 내가 정말 아끼고 아끼는 빳빳한 새 돈, 큰 돈을 내가 주었어. Я нищему человеку дал те деньги, которые я больше всего хранил, которые были такие чисто ровные. 내가 정말 이렇게 선한 일을 했어. 나 я сделал такие добрые дела. 그 내가 선한 일들이 전부 내 마음 제일 위에 바구니 위에 올라와 있는. И мои добрые дела, они находились самым верху этих корзин. 그래서 내가 선한이하고 뭐라고 교회 내가 그 화단 정리하고 마루 청소하고 그런 일한 일들. И поэтому то, что я сделал хорошие дела, или то, что убирался во дворе в церкви, или помогал что-то в церкви. 그리고 불쌍한 사람을 도운 일들. Когда я помогал нуждающимся. 그런 일들이 내 마음 꼭대기 가득 제일 윗 강줄이에 놓였어. Вот эти мои поступки были на самом верху корзины. 여러분 우리가 주님과 하늘나라 갈 때 예수 십자의 피 외에 다른 게 없는데. Когда мы пойдем в Царство Небесное, кроме Иисуса крови Иисуса Христа ничего нет у нас. 저는 그 당시에 예수 십자가 피보다도. Но чем кровь Иисуса Христа. 내가 친구를 도와준 일. 아, то, я раньше считал то, что я помогал другу. 내가 교회에서 봉사한 일. То, что я трудился и был волонтером в церкви. 내가 가난한 사람을 위해서 구제한 일. То, что я старался для нуждающихся. 그런 것들이 제일 높이 떠 있었습니다. Да, эти были на самом верху моей души. 나는 그게 떡 굽는 가는 자에게 신앙인 줄 몰랐어. Я не знал, что это есть духовная жизнь этого хлебодара. 그때는 그런 성경에 그런 이야기 있는 줄로 몰랐고. Я даже не знал, что есть подобная история в Библии. 그때 그런 이야기에서 그 이야기 참 뜻을 알지를 못했어. И даже если я знал историю, но я не знал истинного смысла. 우리를 죄에서 건질 수 있는 분 예수님밖에 없기 때문에. Тот, который может спасти нас, это только Иисус Христос. 예수님 우리 더러운 죄인을 만나서 우리 죄를 사해 주셔서
예수님의 그 피로 제가 사해졌기 때문에. 나 예수 그리스도 встретил нас грешниками, кровью Иисуса Христа наши грехи были омыты. 여러분 우리가 하나님 앞에 갈 때에 내가 아무리 선한 일을 해도 그 선 가지고는 하나님 앞에 저주를 받습니다. Поэтому сколько бы мы ни делали добрых дел, когда мы станем перед Богом, за эти добрые дела мы получим проклятие. 그럼 하나님 앞에 나가실 때 어떻게 합니까? Поэтому что вам нужно делать, когда будете вставать перед Богом? 예, 하나님 죄지었습니다. 네, Господь Бог, я согрешил. 나 악을 행했습니다. Я совершил зло. 나 음란하고 가증한 Да, я лицемерный, я лукавый человек. Я скверный, грязный человек. Как бы я ни старался делать доброе дело, у меня не получалось. Именно поэтому ведь ты послал Иисуса Христа. Ведь поэтому Иисус Христос умер на кресте. Смотри, пожалуйста, на то, что Иисус Христос умер на кресте. Посмотри на Его тело, которое изранено. Что Иисус показал Фоме, когда Он воскрес? Показал следы от гвоздя. Показал следы от удара в копье. Иисусе Христе Именно след от копья, Каши-ван-чау. Или следы от тернового венца, или от гвоздя. Я, 그건... 떡을 가리키는데. Эти вещи символизируют хлеб. 예수님의 살에, 예수님의 가죽에 우리를 위해 희생을 당한 자국을 예수님은 가지고 계십니다. На теле Иисуса Христа, на коже Иисуса Христа есть следы того, что Он жертвовал собой ради нас. 생각을 했습니다. Я подумал. 십자가에 못 박혀 죽었다 사흘만 부활하실 때. Когда Иисус умер на кресте, потом воскрес через три дня. 죽어도 모든 예수의 몸의 기능을 다 회복했다면. Если его все функции организма были восстановлены. 뭐 자국도 치워야 할 건데, 그렇죠? Тогда он должен был бы истереть и раны. 자국도 치워야 할 텐데. Должен был бы убрать рану от копья. 이마에 가시간 자국도 깨끗하게 죽은 예수 그것도 얼마든지 바로 없는 것처럼 할 수 있는데. Иисус, который может воскресить мертвого, он может также и убрать эти шрамы. 하나님 그 자국은 치우지 않았습니다. Но Господь Бог эти шрамы не убрал. 치우면 안 됩니다. Их нельзя убирать. 왜? 오래오래 남아 있습니다. Почему? Потому что они должны быть долго-долго у нас. 영원히 남아 있어서. Они вечно должны быть с нами. 우리 죄를 가지고 사탄이 이러쿵저러쿵할 때. И когда сатан говорит, вот, у тебя такие-такие грехи. 그 죄의 형벌을 받은 이 대가 피. 이 자욱, 못자욱, 창자욱 보이시오. Вот, посмотрите на следы копья или гвоздя, которые были прощены за наши грехи. 이 못자욱, 이 창자욱, 이 피가 내 죄를 받았다는 걸 증거해 줘요. Вот эти следы от гвоздя или от копья или кровь символизируют потому что мои грехи прощены уже. 하나님, 죄를 지었습니다. Да, Господь Бог, я согрешил. 그러나 죄값을 충분히 지불했습니다. Но цену за грех я уже достаточно оплатил. 배나 지불했다고 성경은 얘기해요. Да, Библия говорит, что вдвойне уже оплачено. 내 죄를 사하기에 부족함이 없습니다. И теперь нет недостатков, чтобы очистить мои грехи. 십자가에 흘린 피만으로 충분하고. Кровью, которая пролита на кресте, достаточно уже. 그 못자국은 충분합니다. И следом от гвозди достаточно. 덕분은 가는 장은. Хлебодар. 그걸 믿지 않았습니다. Он не поверил в это. 그건 뭘 더해야 할 줄 알고. Поэтому он думал, что нужно что-то добавить. 더하다가 멸망을 당했습니다. Когда он добавил, он погиб. Мы тоже должны довольствоваться кровью Иисуса Христа. До новых встреч. 감사합니다. Спасибо.